Последний раз схема избирательных округов менялась в 2011-м. С тех пор численность населения прежних округов изменилась. По закону количество избирателей не должно превышать 109 тысяч человек или быть меньше 92 тысяч. Чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным, схему начали менять. У нас как минимум 5 одномандатных округов выходят по численности меньше, чем норма представительства. Я могу назвать эти округа. Это Новокуйбышевский округ, бывший Чапаевский, Южный, Отрадненский, Похвистневский. В связи с уменьшением количества избирателей данные округа стали по численности меньше. В новой схеме определены 25 одномандатных избирательных округов. Депутаты Губернской думы и главы муниципальных образований внесли свои поправки в новую схему. Из 22 прошло 17 предложений. Мы учитывали мнение глав администрации городского округа Тольятти. Мы учитывали мнение муниципальных образований Хворостянки, Безенчука, городского округа Чапаевск. То есть подходили к этому вопросу достаточно продуманно и действовали не в интересах депутатов, все-таки, которые там будут баллотироваться, а в интересах населения, которое проживает на этой территории. Схема утверждается на 10 лет, сразу на 2 созыва. К ее обсуждению депутаты вернутся 9 февраля на заседании комитета по законодательству. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, события. Поправка номер 17.